Вот прямо сейчас, в этот момент, о чем вы думаете? Если вы внимательно понаблюдаете за собой, то заметите, что часто наша голова занята пустыми мыслями. Мы так привыкли постоянно что-то перемалывать в голове, что даже не обращаем на это внимания. Но это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Такая мысленная жвачка истощает ваши силы. На нее тратится очень много энергии, которая зачастую потом не хватает на что-то полезное. Люди часто жалуются на то, что они устали, чувствуют себя опустошенно, что у них совсем нет сил. Эта мысленная каша – одна из причин такого упадка. Чтобы избавиться от этого шума, нужно как можно чаще перезагружаться. Смена деятельности – это самый лучший способ. Выйти из дома, сделать что-то руками, сходить в спортзал или в бассейн, на рыбалку. Даже недалеко, просто выехать на несколько минут. Это помогает проветрить голову и перестать гонять в мозг вхолостую. Мы так устроены, что для того, чтобы быть эффективными и энергичными, мы обязательно должны нагружать не только свой ум, но и тело. Помните, что лучший отдых – это смена деятельности. Так и есть. Поработали головой? Подвигайтесь. Так вы получите дополнительную энергию для достижения своих целей.